В радостные новогодние дни в зале Дворца культуры встретили Рождество. В чудо рождественской елки поверили воспитанники воскресных школ республики, дети из дома-интерната «Забота», специальной коррекционной школы 8-го вида и детки из многодетных семей. Мероприятие посетил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Гостей праздничного мероприятия встречали персонажи из любимых мультфильмов «Карлсон», «Винни-Пух» и «Пингвиненок». В фойе Дворца культуры организовали тематическую фотозону в стиле «Щелкунчик». И взрослые дети прочувствовали новогоднюю атмосферу, попав в сказочный мир праздника. Затем всех пригласили в большой зал на праздничное рождественское представление. С хорошим настроением. Ждем позитива и всего самого хорошего. Ждем красоту. На то Новый год и создан, чтобы волшебство становилось реальностью. И возраст от этого совершенно не зависит. Вот спасибо большое, что даете возможность, чтобы полностью ощутить этот светлый праздник. Хочу пожелать добра, чтобы все трудности вы преодолевали вместе со своими родными, чтобы всегда собирались в кругу светлой семьи, чтобы все было хорошо, чтобы настроение было хорошее. Сказка о спасении Нового года и елочной звезды, путешествие сквозь время и знакомство с разными жителями планет в исполнении артистов не оставили никого равнодушными. Главные герои увлекали маленьких зрителей и не давали скучать. Дети активно танцевали и помогали персонажам представления, а после все маленькие гости получили сладкие рождественские подарки. Как вам вообще эта новогодняя сказка? С каким настроением вы сегодня пришли? Очень хорошая, очень нравится. Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт поздравил с Новым годом и Рождеством и святыми праздниками всех артистов и зрителей и жителей нашей республики. Выразил большую благодарность главе Карачаево-Черкесии и мэрии города. Когда я пересекаю границу нашего любимого города Черкесска, сердце наполняется радостью, особенно в этот день, потому что приезжаю сюда, чтобы поздравить наших детей, чтобы поздравить будущее поколение жителей нашей любимой Карачаево-Черкесии. Я хотел бы сказать слова, прежде всего, благодарности руководству республики, руководству нашего города за поддержку инициатив, которые направлены на поддержание молодого поколения. Мы живем не рядом, а живем вместе, одной большой, многонациональной, многоконфессиональной семьей. Каждый был рад окунуться в мир зимних чудес, добра и Рождества, чтобы сохранить их частичку у себя в сердце. Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия.